У меня стрим идет, я вам не буду отвечать. Ты что, цыганка? Нет, я не цыганка. Как успехи? Кто-нибудь кидает денежку? Ну, плохо, ну ладно. Привет из Аршалы, привет. Это Алмата, привет. Чукотки. Это где? Это в России где-то, да? Она казашка. Какая я казашка? Как дела? Чем там? Чем занята в свободное время? Сплю. Где ты живешь, принцесса? Какой страну? В Казахстане я живу. Я казах. В Казахстане я живу. Щучинска. Привет. Класс. Салам алейкум. Азербай. Азербайджан. Здравствуйте. Это сильно далеко. Если у нас ночью, у вас день бывает. Привет, привет. Сколько лет? Мне 20. Привет, Сактубе. Привет. Ты же с Греции. Ля, а номер у меня типа греческий, да? Привет, как дела? Поет от тебя как? А, где работаешь? Я нигде не работаю, я в декрете. Мне рожать через 4 недели. Тарас, привет. Ты девственница, конечно. Как в Астане дела? Пойдет. Что-нибудь свет не заря. Тикток корову доила. Горницу убрала. Чего? Сколько у вас время? 8:54. А работала кем? Кем работала, тем сейчас уже не могу. Сколько у вас время? 8:55. Спасибо за подписку. Привет, со Таджикистана. Люди с Таджикистана, не звоните мне, пожалуйста, во время моего стрима. Откуда-то я со Астаны. Вы не понимаете, по-моему, то, что я сижу тут, а вы мне звоните в WhatsApp. Зачем? Еще и на видеозвонок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Желаю легких родов, дорогая, спасибо. На что деньги собираешь? Честно сказать, на что-нибудь. Вот я их собираю, потом потихоньку трачу. Это вообще номера. Какие номера? Это из российской. Как тебя зовут? Меня зовут Регина. Спасибо за подписку. Ребята, кому не жалко, скидываемся погулять, побухать. Какой гулять, какой бухать? Мне до больницы тяжко дойти уже. Побухать мне пить нельзя. Если что. Мне рожать через 4 недели. Привет. Регина, с какого города? Я с Астаны. Ветер, ветер с юга. И луна взошла. Что же ты, Регина, ночью не пришла? Кому чё? Ребята, кому не жалко, скидываемся на Каспи. Мне на донер, можете на тортик, можете на шоколадку. Соседка почти, в смысле. Беременным отказывать нельзя. Короче, я вас буду любить. После пополнения Каспи можете мне написать в WhatsApp, и мы с вами пообщаемся. Я написал. Ты с Герцена? Нет, я не с Герцена. А почему вы считаете то, что я с Герцена? Я просто там прочитала перед этим то, что с Греции. Почему-то все считают то, что я либо с Лесика, либо вот как раз-таки Герцена там вот эти. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, лишь бы только Ларигина. Я тебя знаю. Откуда ты меня знаешь? Рожка нельзя просить. Уйди отсюда. Здравствуйте, привет. Привет, принцесса, привет. Привет, ты замужем? Нет, я не замужем. Сейчас... Сейчас позвонить? Не надо мне звонить.
Я во время эфира я тупо тебя скину. А могу вообще заблокировать. Приветики. Как дела? Пойдет у вас как? Как здоровье? Бывало и лучше. Красавица, спасибо большое. Не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, мы дроны мне других ждем. Откуда я со стороны, а чего муж не закидывает? Нету. Родители есть? Привет. Ну, есть. Какие проблемы во время беременности в плане здоровья? Во-первых, у меня почки не справляются. С почками проблема. Когда я много хожу, у меня сердце болит. Вот. Стихов перечитался, наверное. Да много проблем. С тобой живут? Нет, а что? Спасибо за подписку. Нет, у меня просто, знаете, моего тень... Ой, ты не только... Ты очень красиво, спасибо. Ну, просто. Понятно. А квартиру снимаешь? Ну, да. Капец, это вы еще молодая при всем при этом. Да. Поверь, некоторые... Иришка, привет, красавица, привет. Некоторые во время беременности могут постареть. Вот. Но потом, после того, как они рожут, они родят, они, короче, в норму приходят. У меня, короче, у подруги... короче, у моей сестры подруга, она посидела за время беременности. Вот и беременна, да. А ты родом со Астаны? Да. Там же дорого. Ну, дорого, и что теперь? Можно постареть во время беременности. Поверь, волосы выпадают, как это... Как... Короче, вот как... Не знаю, с кого у тебя волосы выпадают. А, здравствуйте. О, Люда, салам. Скидывай на донер. Привет, с какого района ты? А, Алматинский. 7-я поликлиника. Сколько недель? 36. Что-то ни одного чашку. Чего? Как дела, крошка? Плохо. На донер скинь, будет прекрасно. Я смотрю, теперь девушке надо это. Что, теперь мне девушки будут писать?